15 числа нас всех сотрудников городской больницы заселили на второй этаж в гостиницу «Спутник». Вот у нас здесь стоит рециркулятор. Около каждой комнаты стоят стульчики, куда нам приносят еду в одноразовых пакетиках. Вот это холл. Вот здесь у нас стоит кулер с водой, с горячей, с холодной. Вот здесь у нас, куда мы сбрасываем отходы. Дальше весь коридор. У нас у всех одноместные, двухместные номера. Вот я показываю двухместный номер. С кроватями. Все прекрасно. Есть телевизор. Есть телефон для местной связи. Есть чайник. Я показываю, какие у нас ванны с душевой кабинкой. Есть полотенца, которые нас снабжают и меняют. Вот я дальше показываю одноместный номер. Одноместный номер. Большая кровать, также чайник, телефон, телевизор. Все есть. Все необходимое есть. Вот. Здесь ванная. Уже не душевая кабина. Все необходимое для проживания у нас имеется.